Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор стеклянного пробника 2 мл. Любой аромат имеет свойство выветриваться и со временем утрачивать свои ароматические свойства. Поэтому выбор тары для парфюмерных косметических продуктов – дело серьезное. Те, кто разбирается в парфюмерии, прекрасно знают, что для хранения ароматических составов необходима стеклянная тара. Это касается и духов, и туалетной воды, и ароматизированных спреев для тела, и даже эфирных масел и их смесей. Кроме этого, всегда так хочется, чтобы ароматические составы еще привлекательно выглядели. В ассортименте Мыло Оп вы найдете хороший выбор косметической тары для любых составов. От баночек для крема до прелестных фигурных бутылочек и флаконов под парфюмерию. Мы регулярно пополняем наши склады привлекательными, удобными в использовании флаконами, не забывая про новинки и оригинальные редкости, в которых порой нуждаются наши клиенты. Все парфюмерные флаконы размещены в интернет-каталоге магазина с указанием актуальных цен, и заказать их можно моментально, не отходя от компьютера. Мыло Оп реализует косметическую тару как в розницу от 1 единицы товара для самостоятельных косметологов и парфюмеров, так и оптовыми партиями от сотни флаконов со значительной оптовой скидкой. Вот такой флакончик, стеклянный пробничек. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!